Зрение, мнение, жизнь мы складываемся из сложностей, как звуки отражаемся от людей вокруг нас. Поймать момент перехода между строк, зависнуть в нем, прожить истинно свои чувства и быть готовым, система дает сбой без видимых причин. Процессом диффузии и регенерации клеточных систем вдохновлены единицы одежды из биоразлагаемых материалов, которые не будут содержать инородных синтетических частиц. Каждое платье рассказывает свою историю возрождения через столкновение с болезнью. Коллекция посвящена теме рака женской груди и начинает фэшн-дискурс по этой теме. Возрождение через столкновение. Капсульная коллекция одежды из авторского текстиля, куратор Анита Грей.